это времени. Вылезай. Меня зовут Джефферсон Пералис. Я отвечаю за эти слова. Это мировые новости на 54-м канале. Я Джиллиан Джордан. Ученые из Biodyne Systems сообщили о революционном открытии в борьбе с рассеянным склерозом. Как сейчас с доходами? Даже и не спрашивай. Смотреть жалко. Что ни говори о Вортекс, в машинах она смекала. Не то, что наш новый дурь. Ты куда это? Как дела в казино? Сорвал кто-нибудь большой куш? Бывало. Любой может сорвать банк. Надо лишь захотеть. А сам чего не играешь? Не знаю, я... Это как его... Мусульманин. Вера не позволяет. А бухлом торговать позволяет? Ты кто, блядь? Специалист по туре? Не лезь не в свое дело. Вижу много тигров. Они тут заведуют. Вот именно. И очень умело. А знаешь, в чем они еще мастера?
ломать ноги особо любопытным. Раньше тут работала нетранерша, ее звали Вортекс. Знаешь ее? Я смотрю, ты ищешь проблемы. Только меня не впутывай. Ничего я не знаю. Будешь молчать, и проблемы сами найдут тебя. Еще одно слово, и я зову охрану. Думаешь, ты меня напугал? Я их не боюсь. Только век не уложу тут всех уродов. Начиная с тебя. Твоя ненаглядная Вортекс кинула их, ясно? А они кинули ее труп в канализацию. Туда же, куда с кухни сливают отработанное масло. Тела там разлагаются быстро. Вот что я знаю. А теперь отъебись от меня. Нет, все в порядке. Спасибо. Последний сюжет не обрадует любителей домашних питомцев. Налог на содержание псовых поднимется до 1000 евро-долларов в месяц. Дорида, на этом орущего ты.
Притормози! Вход платный. Ты давай не тупи. Мы с парнями ведем вам пару корпоратов с бездонными бумажниками. Но мне надо сперва договориться с вашим боссом, сколько мы с этого будем иметь. Ладно, заходи. Только смотри, веди себя хорошо. Мне передали, что чип Вортекс уже везут. Ты оправдал мое доверие, Ви, а значит, заслужил вознаграждение. Сейчас я закрою заказ и переведу тебе деньги. Ну что еще, а?
стекло! Прятаться тут негде, так что вылезай! Всем внимание! Он где-то здесь! Составлю список всего снаряжения. Да, конечно. Вроде что-то видел. Иду проверять.
Всем приготовиться!
Ладно, я задержусь. У меня нет таких сведений. Да. Да. Где-то прячется. Я еще нассу тебе на могилу! Thank you.
не хочу!